Всем привет! С вами Лига Music Wars, и сегодня мы разбираем продажу персонажей. Что это такое, с чем его едят, что за это грозит и какие наказания или какие ухищрения у нас будут происходить. Ну а прежде чем мы начнем, ребята, к заставке. Что за такое продажа персонажей? Это передача, получается, вашего персонажа, соответственно, пароля, логина, аккаунта от одного игрока к другому. Давайте же перейдем у нас к таким вещам, как правила игры, ребята. Кто знает правила игры, кто хотя бы раз заходил и читал, очень интересные правила из игры и очень... Интересная вещь называется пункт 9 правил игры. Зачитывать ее, ребят, не буду его. Вы все видите на экране. Как понимаете, что продажа и торговля персонажами запрещена. В общем, что у нас происходит? Давайте, как обычно, сделаем. Давайте посмотрим. У нас рейтинги 30 уровня. Вот, 30 уровня давайте возьмем на первое за все время. Так, на первое. И нашего любимого возьмем тоже самого пирочику. Вот, свобода, ну там ладно, это недавно, ребята, измененный тег. Все, кто следил за пирочикой, видели, что у него написано было в аккаунте продажа персонажа 700 тысяч стоил персонаж. Сейчас я смотрю, PS дописали 350к, ничего не сказано, ничего, именно оставили 350к. А я вам скажу, почему это произошло. Его еще раз предупредили. Мало того, что они грабят, то есть получается дак, они еще и решили в инфо писать о продаже персонажей. Что грозит здесь? Мы посмотрим на примере нашего доната. Славка вылетел уже из группы. У него, ребята, находится перманентный бан. Славик, привет. Привет тебе от доктора. Лечить я тебя не буду. Соответственно, ты у нас уже пострадавший человек. Это произошло, ребята, вот из-за этого. Из-за этой надписи. Именно человеку написали с техподдержки. То есть, когда вы написали в инфо, но он не продал персонаж. То есть, смысл состоит в чем? То есть, персонаж находится у человека. Это то же самое, что я куплю ножик. Вот представьте, я пошел в магазин, купил красивый охотничий нож. Я принес его, да, и повешал на стену. А ко мне менты приходят, руки заламывают и говорят, мы тебя садим за убийство. За какое убийство? Которое ты совершишь? Как я его совершу? Зачем? Но у тебя же есть ножик. И, соответственно, ты совершишь убийство. И тоже произошло со Славой. Просто написали ему, вывели табличку нарушения, пункт 9. То, что человек задумался о продаже персонажа, не значит, что он его будет продавать. Вот где справедливость? Если хотите помочь человеку, ребята, пожалуйста, напишите в техподдержку насчет этого персонажа. И именно можете доложить мои слова. Я также напишу в техподдержку. Это вообще идет, еще тянется с прошлой недели. У нас сам пруф, сам Славка, короче, просил. Он много написал, короче, на форуме. Он почти под всеми комментариями писал. Потому что человек действительно давно играет. И очень обидно, когда ты теряешь своего персонажа. Вот. Такая вот у нас свистопляска. А теперь немножко о правилах. Ребята, во-первых, те, кто пишут мне о том, что вы хотели что-то продать или купить, и начинается. У меня весь чат ВК, ребят, забит тем, что с надписями, имею в виду, идет. Меня кинули, у меня забрали деньги и ничего не дали. Я хотел купить персонаж, я купил персонаж, но через некоторое время на нем ничего не осталось. Все продали.
Ребята, когда вы покупаете персонаж, существует несколько правил. Давайте, ну, разберем. Во-первых, персонаж, когда вы продаете, получается, вы выделяете скрины, чтобы ни одного упоминания не было о никнейме. Никнейм будет, получается, передаваться, ну, соответственно, новому владельцу уже непосредственно при продаже. Сами, то есть, получается, вы совершаете сделку с незнакомым человеком. Соответственно, для сделки вам нужен гарант, который будет осуществлять перепродажу этого аккаунта. То есть можно использовать сторонние сервисы, есть сайты, которые специально созданы для того, чтобы перепродавать. Но я советую, можно перепродавать того же через Макса Дракулу. У него есть группа, где он является владельцем именно по продаже персонажей. Можете к нему обращаться, канал у него отдельно на YouTube есть. То есть у меня он в рекомендованных, ребята, отображается. Дальше. Чтобы было видно, соответственно, вы сканируете вот этот вот форму, показываете, какая мощность, ядра, показываете, какой расход. Дальше обязательно заходите, ребята, в гараж, показываете, какие у вас в гараже машины. То есть это выдает вашему персонажу определенную ценность. Ну, из такого. Но нигде вы не должны показывать ник своего персонажа, тем более писать в инфо или в общем чате. Еще не дай бог вы в общем чате напишите о том, что вы хотите продать свой персонаж. Забанят сразу же. То есть просто за мысли. У нас же теперь за мысли банят. Но это новая фича. Вы понимаете же, что не добившись справедливости, получается, в отношении того же грабежа, допустим, в отношении пирочики. Но, однако, на него жалобу подали, то же самое, что у него написано: продажа персонажа за 750 тысяч. И снова ему ничего не было, он поправил описание, и все, аллилуйя, прошла. Я хотел бы видеть эту переписку, вот прям хотел бы видеть эту переписку, узнать, почему он сменил инфо, не за Славки ли он сменил инфо. Ну вот, типа такого. В общем, я хотел немножко повозмущаться, ребята, и дать основные уроки. Еще раз. Продажа персонажа. Основная страница без верхнего никнейма. Продажа производится только через гаранта. Основные все скрины выкладываются в одну из групп по продаже персонажа. Договаривается, соответственно, один на один, где хотите. Что в Одноклассниках, что ВКонтакте, ребята. И, соответственно, цену за персонажа вы назначаете сами. То есть тут ничего нету. А вас я хотел попросить, ребята, в комментариях, соответственно, пишите, что вы думаете о продажах персонажей, как их лучше делать, продавать через группы или продавать через сайт, как раньше было сделано. То есть. Ладно, ребят, всем счастливо. С вами был Доктор. Ну, подписывайтесь на канал. Будем разбираться дальше и учить всякие нехорошие вещи. Счастливо, счастливо, счастливо.